уважаемые родители, будьте внимательны во время поездки в общественном транспорте с детьми. Безопасность детей – ваша ответственность. Не оставляйте их без присмотра во избежание падения или других несчастных случаев. Дети до 7 лет должны располагаться на местах для сидения на коленях родителей. Продленные студенческие и школьные билеты не дают права на проезд по льготному проездному. Остановка.
Следующая остановка. Успенский храм. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, будьте внимательны друг к другу. Уступайте место для сидения пассажиров с детьми и пожилым людям. Будьте взаимодействованы.